Попугай Гоша шумно выражает свое недовольство. Общительную птицу по требованию ветеринаров изолировали в отдельное помещение. И вместе с ним других попугаев и декоративных птиц. В зоомагазине карантин по орнитозу – опасному инфекционному заболеванию, которым от больного пернатого может заразиться человек. Здравствуйте. Плановая сдача анализов в зоомагазине – процедура обязательная. Если результаты выявляют возбудителя орнитоза, птиц изолируют и проводят лечение. Антибиотики смешивают с водой и кормом. Важно знать, что у птиц орнитоз может протекать бессимптомно, но это не уменьшает его опасности для человека. Для людей, в том числе и для детей, опасно заболевание тем, что при заболевании возникает лихорадочное состояние, повышение температуры, озноб. Также может быть возникать пневмония и тяжелое течение. Чтобы избежать негативных последствий для посетителей магазина, на продажу пока выставлены только хомяки, морские свинки и рыбки. Но вступить в контакт с нездоровым пернатым можно не только в зоомагазине. Особое внимание питомцам живых уголков в детских учреждениях. В детском саду 147 о возможных заболеваниях животных знают, ведь рядом с детьми живут питомцы экологического уголка. Канарейка, морские свинки, черепахи, рыбки, улитки. Всеобщий любимец – кролик-лютик. Дети охотно ежедневно бегут к своим животным. Одно удовольствие пообщаться с кроликом, пушистым мягким клубочком, прижать его к себе, погладить. С удовольствием наблюдают, как черепахи плавают, из рук берут мясо, с хомячком поиграть, с морской свинкой. Ежегодно мы всех животных обследуем, и у нас всегда есть ветеринарное удостоверение на всех жителей нашего уголка. Общение с животными детям только на пользу, уверены воспитатели детского сада. Главное – соблюдать все правила ухода за питомцами. Яна Стабровская, Виктор Тагмитов, городской информационный канал «Камертон».